Что обязательно нужно взять с собой на пляж? А вот мы как раз прикупили на пляж очки для плавания. Что нужно взять? Циновку постелить обязательно, попить, покушать вкусненько, панамку не забыть. Ну, наверное, какой-то крем для загара, очки, наверное, водички попить, шаурму. Ну, все запасное и полотенчиком, все. Запасное в смысле? Ну, переодеться. Вот вы сумочку собираете, что там должно лежать? Ранцы, купальник, полотенце, спрей для загара или вот загара. Ну, настроение хорошее. Зонтик, покрывало, чего-нибудь перекусить, воды. Ну, шорты, плавки, кому как. Может, мяч какой-нибудь поиграть. Ну, купальник, конечно, солнцезащитное средство. Может быть, кому-то круг, бассейн для ребенка, например, да, я наберу воды. Ну и хорошее настроение, конечно, самое главное. Она любит купаться? А она еще не пробовала именно на пляже. Я думаю, в этом году мы попробуем. Я бы взял плавательные очки, ласты, костюм бы какой-нибудь купил для дайвинга. Я бы взяла сэндвичей, кусок арбуза, лучше половину целую, потому что, ну, на пляж бы я одна не пошла, а вдвоем или втроем мы бы все за раз съели. Полотенце, купальник, крем от загара, не знаю, что еще может быть. Резинку для волос, чтобы собрать, если у вас длинные волосы. Арбуз обязательно. Арбуз – это главное. Без арбуза никак.